Что это? Сами знаете, что это зарядка. Давай, давай, моя хорошая. Зарядку. Зарядку делай. И не кривляйся, а зарядку делай. Это и есть зарядка. Молодец. Музыку включила себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ух ты, моя будущая ППшка. Ой, 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 ой. Типа тягушки-то во все стороны. Ой, ой, ой. Это где ж ты такое видела-то, а? Да узнала, что делают зарядку. Где узнала-то? Ну, в мультиках. В мультиках узнала, что делают зарядку? Все сделала. Поделали зарядку. Все сделала? Теперь пять. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Ух ты. С ума сойти. Все, поделали зарядку. Все, да, теперь можно уже завтракать, да, и день свой начинать. Да. Молодец, умница. Не обращайте внимания, что я такая лохматая и красная. Всем доброе утро, кстати. Уже, наверное, добрый день. Но мы сейчас с Масюней разбираем бассейн. То есть оборудование снимаем, удлинители убираем, шланги рассоединяем, заглушки, затычки, буксы вот эти вот, как они, не знаю, как они называются. Вот, все это нужно теперь отсоединить, все это нужно теперь убрать. Хлоргенератор, пылесос, скиммер, ну, в общем, все, что здесь стояло, лежало, действовало, в общем, и так далее. Вот, вот это вот шланги от пылесоса, и не только, еще шланги здесь от хлоргенератора. Ой, сейчас уже не вспомню, по-моему, что-то еще. Я их потом буду убирать в коробку, скручивать, все в одну коробочку класть. Пылесос будет тоже лежать в коробке. Вот. Так. Лестницу. Лестницу, я думаю, что разберет папа, потому что там винтики-шпунтики. Ну, я, в принципе, могу, но... Короче, посмотрим. Пока не к спеху ее разбирать. Она может спокойно стоять под дождем. Ничего ей не будет. Вот. У нас сейчас примерно 24, может быть, 25 градусов. Солнышко выглянуло, да, первый раз за сегодня. Вау. Так что жарковато, но нам сегодня обещают дожди, грозы, ливни, причем со второй половины дня. Все это где-то с обеда и дальше. Вот. Кстати, хотела сказать, что у нас практически закончен ремонт на кухне. То есть он не практически, он закончен. Сейчас ждут мебель, чтобы приехала, чтобы ее собрали, все подключили, вся техника уже стоит тоже дома, уже все готово для того, чтобы все это поставить, как оно должно, чтобы все было уже красиво, удобно, классно, я прям этого жду, не дождусь. Показал мне Димка обои, которые он выбрал, обои шикарные, очень нежные, очень такие, в глаза не бросаются, все очень спокойное, бежевого цвета, такого даже не бежевого, наверное, персикового цвета. Вот, в общем, красота, мне понравилось. Вот. Все провода в итоге спрятали в стены. Мы изначально не планировали штробить, но штробили. Потолок в итоге натяжной на кухне. Линолеум. Батарея осталась та же. Многие спрашивали, почему вы не поменяете такую страшную батарею. Потому что это батарея без экрана. Действует она нормально. Не вижу смысла ее менять. Экран у нас такой на нее одевается, беленький, красивый, так что ее вот такую видно не будет. Экран просто сняли на время ремонта, чтобы его не заляпать всяким там, не поцарапать, не покорябать, в общем, ну, сами понимаете. Вот, а потом экран оденем, и будет все очень красиво. Вот так. Что еще я хотела сказать? А, мы сейчас ищем вытяжку. Вытяжку хочу... такую тоненькую-тоненькую под горизонтальную полку, выдвижную вытяжку, чтобы она убиралась, чтобы мы об нее каждый раз не бились головой. Таких вытяжек, в общем-то, много, мы уже даже видели, фирмы в основном неизвестные, но я думаю, что без разницы, потому что у меня у родителей стоит такая вот выдвижная вытяжка,
Вот. Почему мы не ставим вытяжку, которая подключается к общедомовой вентиляции? Потому что у нас в нашей квартире конкретно, я не знаю, как у всех остальных, у нас эта вытяжка, общедомовая вентиляция, не работает, потому что один из соседей сверху ее перекрыл. Предвосхищая вопросы, у нас не газовый дом, поэтому это может быть и подсудное дело, но никто с этим возиться не будет, мы не страдаем от ее отсутствия. У нас там, я не могу сказать, что у нас бывает душно, единственный минус и недостаток это то, что нужно постоянно держать ванную открытой. Ванную закрывать нельзя, иначе она не выветривается и цветет. Вот это, наверное, единственный такой минус, ощутимый, большой. Вот. Но мы не знаем, где перекрыта вентиляция, в какой из квартир. Мы только это можем подозревать. Вот. Но ходить скандалить, не знаю, я смысла особого не вижу. Тем более, что мы от ее отсутствия не особо страдаем. Вот так. Вот поэтому вытяжка у нас будет фильтр, то есть циркуляция. Вытяжки бывают вытяжные, там как-то говорили, с выводом и просто вентиляция. Вот у нас будет просто вентиляция, фильтры. У нас до этого стояла такая же, белая, сейчас ее сняли, но она громоздкая, она большая, она не убирается, в общем. Ее мы обратно ставить точно не будем. Вот. И сейчас хотим такую маленькую, буквально, чтобы так пар впитывала, не больше. Вот, я, по-моему, вам рассказала все новости. А, вот, еще Димка вчера прислал мне видео законченного ремонта, так что сейчас я вам его покажу. Ну что, посмотрим, что у нас получилось в итоге. Комнаты пока остальные закрыты. Здесь вроде немножко прибрали. Ну что? Так. Ну, вроде проводка, конечно, еще болтается. Батареи, трубы, ну, это все будет подключаться, но, по крайней мере, стоят уже розетки, обои, проводка под освещение. Наверное, я прошу прощения, на телефоне мало что видно. Дверь мы уберем. Холодильник вернули. Холодильник вернули на место. Большое спасибо. Розеточки. Новый линолеум. В принципе, неплохо. Если честно, то мне ремонт очень понравился. За неделю неспешно, без суеты, без недосушенной шпаклевки, штукатурки и так далее. Все очень аккуратно сделали. Я думаю, что через два приедет кухня, все это дело поставят, включат здесь, настроят. Тогда уже продемонстрирую готовый ремонт. Но пока, конечно, в квартире полный звездец с точки зрения чистоты. Все это дело отмывать придется еще несколько дней. В целом, я полностью доволен. Правда. Да, дизайнер из меня, конечно, никакущий. Додумался взять серые розетки и белые рамки. На все розетки. Абсолютно на все розетки. У нас льет, полило. Маришка наслаждается дождиком. Так я посмотрю. Мокро. Ой, ну тучка-то так себе на самом деле. Беги домой, носок у нее мокрый. Мокро. Пойдем. Кстати, папа приехал. Где-то, наверное, полчаса назад. Господи! Счастье-то какое, а? Носки потом переодеть, поняла? Да. Маша развлекается. Жека, ты трус. Боится грозы, сил нет. У нас гроза, причем небольшая такая. Ну, трусень. А, трусень, хвост между ног зажат. Все, все плохо, да, Женя? Чего боимся? Трусень. Ой, вообще... Папа побежал в машину искать флешку. Оп, багажник хлопнул. Ну, есть, нету, есть, нету. Нам для эксперимента нужна флешка. Еще одна. Одна у меня есть, еще одна нужна. Давай скорей домой.
Это что, груши? Это груши. Вау, понеслась по полной. Сейчас береза упадет, мама. Маша, не каркай. Я не каркаю, мам. Каркуша наша. Я каркаю. Ну вообще да. Прям слоями идет. Первый дождь за долгое время. Надо же. Мы уже прям отвыкнуть успели. Мама, чего? Смотри, что с яблоней. А что с яблоней? Ну видишь? Ой, блин, яблоня совсем наклонилась возле сарая наша. Как бы она не сделала свое черное дело. И не разобрала бы нам туалет раньше времени. Мы нашли еще одну флешку. Я могу экспериментировать. Теперь на одну флешку надо будет поставить себе образ Windows. А на вторую Mac. И попробовать. Если что не получится, Windows верну. Ура! Это, по-моему, на 16 гигов. Да, 16 гигабайт. Отлично. Мне этого как раз хватит. Ура. Срубала меня, срубала, так и не срубила. Как я и говорила, начался дождь на улице, упало давление, и все, я сплю на ходу, я сейчас прям засыпала даже под шум. Невозможно, меня прям рубит. Папа еще купил такой набор. И это у нас Kitchen Knife. Название набора — кухонные ножи. Причем с чистилкой для картофеля. Пап! Да. А где взял набор? В Чепелёво на рынке. В Чепелёво на рынке, говорит, взял. Куда ты ушел-то? Стесняюсь. Стесняшка. Вот, взял в Чепелёво на рынке. Вот этот там. Made in China. 300 рублей. Вот, сейчас жарю ужин. Взяла себе в руки такие. И все-таки жарю ужин. И у меня начинает болеть голова. Не любит мой организм низкого давления. Сейчас 755. Я себя прекрасно чувствовала, когда было 770. Это было прям идеально. Ну, вот здесь у меня, по крайней мере, показывал 770 на нашем метеоре, как его называют, метеорологическом устройстве. Все, ребята, я больше не могу. Не люблю плохую погоду. Меня размазывает в плохую погоду. Я люблю погоду хорошую. Все, не буду вас больше мучить. Будем спать. Масяня уже спит. Сопит он на заднем плане. Вот, будем ложиться. Надеюсь, завтра как-то мы отойдем. Я, по крайней мере, как-то отойду и буду поактивнее. Сейчас еще вечером наубиралась, напылесосилась, наготовилась всего, что только можно. Все, буду отдыхать. Все, всем до встречи, всем до завтра, всем пока! Да ладно, ребята, вы не поверите, он все-таки начал ставиться. В 0 часов 08 минут после просто... невероятно продолжительной борьбы и танцев с бубнами. Это что-то, я так рада. Я все-таки его сделала. Я все-таки его пересилила. Правда, еще не до конца, посмотрим. Может быть, он мне сейчас выдаст какие-нибудь сюрпризы в конце установки. Типа неработающей мышки, тачпада и всего остального. Так что смеется тот, кто смеется последним. Что-то мне кажется, что смеяться надо мной будет Мак.